За чемпіонський титул змагаліся більш за 50 плывцов з 7 команд – супрацовники обласних управлінняў МНС і города Мінска. Плавання – один з основных элементов боевой и физической подрыхтовки врятавальника, а яна складаючая поспеху профессии, у якой галоўнае – уметь хутка прийти на допомогу тим, кто опынулся у надзвычайнай ситуации. У нас же есть службы спасения на водах. Мы работаем во взаимодействии с осводом и в районах, и областях, и в масштабе страны. И выполняем соответствующие задачи по предупреждению каких-либо явлений на водных объектах и, конечно же, оперативному спасению. И в течение года наши подразделения выезжают более 100 раз по таким экстренным вызовам для оказания помощи именно на воде. Поэтому плавать каждый пожарный спасатель, он просто-напросто обязан. Команда Брестской области – одна из мощнейших. У минулые годы была третьей. Сёлета настроена подняться выше. Все удельники в доброй форме. Ну, поддерживать форму всегда, охота проверить свои силы, на что ты можешь. При плавании задействуется 90% мышц, так что это позволяет держать форму в тонусе. 100-метровая дистанция вольным стилем и эстафета 4 по 50 метров – основные выпробования споборництва. Найбольш легкой брестская вода стала для команды Могилевской в области. Все довольны. Видите, вся наша команда проплыла, в принципе, по лучшим результатам. В том году мы, конечно, немножечко проиграли, второе место заняли. Ну, так сложилось. Но в этом году мы уже вышли на первое место, я так думаю. В агульнокомандном залику могилевчане стали пераможцами чемпионату. На другое место поднялись врятавальники Брестской области. Бронза у города Минска. Людмила Салзина, Миколай Ковалёв, телерадиокомпания «Брест».